Ее ширина 3 метра, длина 5 метров, а высота 1,5 метра. И все это свалка на Попова 35А. Как говорит Татьяна Матвеевна, такой беспорядок она видит в своем дворе впервые. Вот я мусор пришла вывалить, но я такого чуда еще не видела. Мусорная куча с каждым днем растет все больше и больше, а все потому, что он не вывозится уже не первый и даже не второй день. Да, конечно, давно. Вы посмотрите, что уже сколько мешков, контейнера все заполнены, значит, давно. Спецавтохозяйство у нас есть, да пусть убирают. Татьяна никак не может понять, в чем же причина, ведь такой проблемы никогда не возникало. Они убирались всегда. Да. Вот они должны ездить, и пусть ездят и убирают. Вот и все. Они за это деньги получают. А пока никто ничего не убирает, женщины волнуются за детишек, которым каждый день приходится дышать этой свалкой. Детский садик рядом, медь. Но то пошло. Вот детский садик, ребенки ведь. Вороны везде летают. Растаскиваю. Конечно. Еще что повкуснее. Вороны, они молодцы, правильно, выживают как могут. Чего тут? Вот просто этой бы не было караганды, все было якши. А они что тут? Якши это что? Хорошо. На каком? Надеемся, что на Попова 35А совсем скоро уберут весь этот мусор, и тогда во дворе будет все прекрасно. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тудей». Только меня в давичах не показывайте. Точно покажите мне. В давичах-то не покажем. Вятка туда и покажем. Муха еще попала в какую-то караганду. Я пошла, я не виновата. Вот пусть то... И пусть они убирают.